Итак, всем привет, дамы и господа. С вами Бакс. Ну и продолжаем читать? Продолжаем. Я ничего не забыл. Не было возможности. Так, что-то громковато немного. После работы Ицуми идет со мной ко мне на хату. Она все еще обсуждает сегодняшний инцидент. Инцидент. Это действительно проблема? У кафе возрастет популярность? Да, это проблема. А ты не должна выходить за рамки, Ицуми. Сказал извращенец. Да, я не лучший образец для подражания. А чтобы слушать меня, но... Просто я чувствую, что это неправильно. Я знаю. Легкая улыбка тронула ее лицо. Спасибо, Кодзи. Не беспокойся. А раз ты это чувствуешь, значит, ты думаешь обо мне? Я боялась, что по прошествии стольких лет мы просто разойдемся. А ты не можешь так просто забыть о тех вещах? Я имею в виду многолетний совместный опыт. А было бы странно, если бы какой-нибудь человек забыл бы все это. Да, это последнее, что я от тебя ожидала. Так, как ты это делаешь? Что ты имеешь в виду? Как ты справляешься с рождественскими толпами? А ты как-то умудряешься танцевать между ними, как будто их там нет. А просто многолетний опыт. Толпы растут с каждым годом, но я с каждым разом становлюсь более опытной. А кроме того, сегодня я была гораздо менее напряжена. Почему? Потому что я знала, что ты там помогаешь мне. А ты был самым неопытным из всех, кто там был, но это совсем не мешало тебе. А ты не с робкого десятка, Кодзи. С непоколебимым духом. Даже если ты много жалуешься и находишься в панике, а ты продолжаешь идти вперед. А для работы в этом кафе тебе нужно больше, чем просто мастерство. Тебе нужна решимость. Даже после стольких лет опыта я делаю ошибки. Но ведомая решимость продолжает идти вперед, несмотря ни на что. Понимаешь, даже если и так, ты должна время от времени хорошо отдыхать. Ты можешь взять и несколько минут, если тебе надо, а привести себя в порядок. Я смогла это сделать только потому, что ты решил подменить меня, Кодзи. Обычно я бы просто продолжала работать. О, ты так не остановилась только потому, что... Теперь я чувствую себя идиотом. А там просто было немного напитков. Конечно, некоторые люди получили шоу, но я не заморачивалась на этом. Что-то тяжко мне сегодня читать. Не знаю почему, может потому что я спать хочу. Ты почти заставила меня опять чувствовать себя виноватым. Я думала, ты забыл свою вину давным-давно. Только об извращениях. Человек не может просто отбросить свой моральный кодекс. Но это можно сделать, когда начинаются извращенные вещи. Возможно, это не самый богоугодный поступок, но это был лучший выбор, а для меня. Так что твои моральные убеждения настолько слабы, что ты можешь их просто отбросить, когда тебе удобно? Я бы так не сказал. Я вполне нравственный, добропорядочный джентльмен, за исключением извращений. Она ухмыльнулась. Я знаю. В конце концов, ты решил помочь мне с кафе? Это смело. Смелость имеет важное значение. А в любом случае, я устала после сегодняшнего дня, Кодзи. Я даже не заметил. А ты привыкнешь к работе, в конце концов. А к тому же сегодня был очень длинный день. Она идет вверх и останавливается. Потом, заглянув в мои глаза, она смахивает волосок с моего лица. А ты должен убедиться, что выглядишь чистым и респектабельным, Кодзи. Иначе менеджер может разозлиться. Я буду это иметь в виду. До следующего раза. До свидания. Потом она уходит. Но это больше походило на веселую поступь.
Ай. Получается, она провожает нас, а не мы ее. Это как-то немножко не то. Так. Я знаю, что Ицуми полностью осознает и несет ответственность за то, что она делает для продвижения кафе. Но если это прольется на нее, то тогда ее наряд для всех превратится в стрип-шоу. Есть тонкая грань между флиртом и тем, как далеко это может зайти. Она говорит, что клиентам нравится это. Конечно, они здесь по этой причине, так ведь? Хоть я и называю себя извращенцем, но даже это мне кажется неправильным. Надеюсь, что я все сделал правильно. Но Лиса, это совсем другое дело. Она совершенно бессовестна. А кто может так сверкать своими трусиками, как она? Особенно зная, что мы в оживленном магазине. Взгляды других клиентов были настолько колкими, что я едва не сгорел от стыда. Хотя теперь, вспоминая это, не стоит стыдиться. Но теперь Лиса точно знает, как дразнить меня. Это довольно опасно. А в следующий раз, когда мы встретимся, мне надо быть настороже. Настороже. Все-таки Лиса непредсказуема. Ох, так. Отдохнуть от работы? Это в смысле пойти где-нибудь погулять? Ну, в таком случае мы и так пойдем прогуляемся. С Лисой. Оставаться дома мы не будем тоже. А отдыхать от работы, тут два варианта. Либо он также останется дома, либо пойдет погуляет. Что, в принципе, вот это и будет то же самое. Поэтому, наверное, это стереотип, но идти через заснеженный лес – это похоже на сказку. Я привык постоянно ходить по таким местам, пока не растает снег. Конечно, сейчас же середина зимы. Все же мне нужно идти. Это лучше, чем просто стоять здесь и ничего не делать. Конечно, пока мои ноги бредут, мои мысли тоже блуждают. А храм Акины уже довольно близок. Так, о чем она говорила? Лес изменился в размере? Я просто пытаюсь оставить все как есть, но это слишком заметно, чтобы не задуматься об этом. А прогулка прекрасна и расслабляет, но подождите, я что-то слышу. А хруст шагов на снегу. Они доносятся из-за этого дерева. Тихонько, осторожно, я крадучись обхожу и никого. Сейчас я чувствую себя немного глупо. А вдруг хрюм-хрюм-хрюм? Здесь определенно по снегу кто-то ходит. Теперь уже за этим деревом. Не пытаясь скрываться, я проверил все вокруг. Не, похоже, здесь никого нет. Вот, опять я слышу хихиканье позади одного из деревьев. Ладно, выходи уже. Привет, Кодзи. Она достаточно умна, чтобы перехитрить меня. Рада видеть тебя. С каких пор этот лес принадлежит тебе? На самом деле, это не мои владения. Разве в Царстве Духов есть лесной департамент? Ну, есть что-то похожее. Так, зачем ты пришел сюда? Разве это странно, что кто-то пошел прогуляться? Сегодня вроде не морозный зимний день. Вовсе нет, а прогулка замечательная идея. Похоже, она заметила, как я скосил глаза вниз. А ты думаешь о том, что я ношу под этим? Это те трусики, что ты купил мне. Я покажу их тебе в любое время, если захочешь, Кодзи. Ладно. Сейчас мой рассеянный взгляд устремлен на ее одежду. В конце концов, я говорю то, что у меня на уме. Разве тебе не холодно в этом кимоно? Конечно же нет. А меня согревает мой пушистый хвостик. А как это работает? А мой хвост это источник силы, разумеется. А поэтому он может держать меня в тепле. А ты о чем подумал? А до этого ни о чем, но сейчас мысли о поджатом хвостике между ее ног. Твой хвост ведь чувствительный?
Да. Почему ты спрашиваешь? А мне нужно остановиться. Эта фантазия может пойти по рискованному пути. Да так, просто. Не беспокойся об этом. У тебя довольно грязные мысли, Кодзи. Говорит лисица, которая в два счета сбрасывает свое кимоно. Она опять хихикнула. Мы оба в меру развратные. Это интересная интерпретация. А не хочешь пойти в храм? А я не могу смотреть, как ты мерзнешь у меня на глазах. Становится довольно холодно, а мы стоим на месте. Я могу угостить тебя горячим чаем, если хочешь. Да, я очень хочу. Тогда пойдем. Я знаю много способов согреть тебя. Бессовестная лиса. Мы вместе сидим на ступеньках храма. Она разложила красивый чайный сервиз. Горячий чай – это лучшее, что может быть в холодный день. Она протягивает мне дымящуюся фарфоровую чашку. Осторожней, он горячий. А ты же не хочешь обжечься? Спасибо. Не похоже, что он слишком горячий. Я делаю небольшой глоток. А тут же я дернулся назад, едва не разлив его. Я предупреждала тебя, Кодзи. Я знаю, знаю. А просто я нетерпеливый. А тебе нужно научиться ждать, Кодзи. Ведь в конце концов, будет светлая полоса. Она забирает чай из моих рук. Осторожно, несколько раз сдует в чашку. Потом отдает мне ее обратно. А для тех, кто умеет ждать, мне кажется, что можно прождать всю свою жизнь, ожидая светлой полосы. Когда же нужно остановиться? А тебе нужно ждать и слушать, пока не появится подходящая возможность. Вот тогда ты должен действовать. А люди постоянно пропускают возможности, потому что они не замечают их. Надо ловить момент, когда у тебя есть шанс. А выражение ее лица, я видел его раньше. Или оно просто изменилось? Она выглядит так одиноко. Акина сидит, уставившись куда-то вдаль, пока чашки в ее руках исходят пар. Акина? Ах, на чем мы остановились? Да, Кодзи. Я думаю, твой чай готов. Точно, конечно. Она долго пьет из своей чашки. Потом, сдержанно вздохнув, она откладывает чашку в сторону. Горячий чай превосходен. Я попробую все еще горячий чай. Он правда превосходен. Спасибо. А чай выходит в ритуалы храма, а поэтому у меня было много практики. Прежде чем я замечаю, чашка опустела. Так жадно пьешь. Ой, прости. Она наливает мне еще одну чашку. Так, Кодзи. Я еще ничего не знаю о тебе. Я снова поднимаю чай и делаю маленький глоток. Я тоже знаю о тебе немного. Ну, помимо очевидного. А что я красивая девушка, и ты в меня влюблен? О, Кодзи, я всегда знала, что нам, было суждено быть вместе. Нахальности тебе не занимать. Признаю свою вину. Что касается меня, я не уверен, что тут есть, что рассказывать. Я приехал сюда учиться, до этого хорошо учился в школе, но так и не смог завести друзей. А поэтому ты загадал желание. Да, я просто не хотел быть одинок на Рождество. Я понимаю, что ты чувствовал. А не думаю, что кто-то хочет быть один. А что насчет тебя, мисс, впервые вижу город за много лет? А ты правда все это время не покидал храм? Ну, не совсем. А просто у меня много дел, о которыми я занята. Однако я здесь со священником, так что я не одинока. Она скривила губы в яркой улыбке. Так, что не нужно беспокоиться о маленькой старой лисе? Она такая милашка. А супер милашка.
а в ее глазах, кажется, есть внутреннее сияние. Ой, ты покраснел. А ты уже очарован, Кодзи? Конечно, нет. Мои щеки покраснели. Я старался держать лицо невозмутимым. Я тебя подкалываю. Смотрите-ка, кто заговорил. Скажи, Кодзи, а ты хочешь получить мой священный амулет? А? Амулет? Зачем? На удачу, конечно. А мы продаем несколько таких амулетов. А, думаю, ты очень удачлива. Правда. Ну тогда, учитывая, что ты так вежливо попросил, а почему ее руки шарят по кимоно? А кимоно, скатившись с ее плеч, обнажает ее внушительный бюст. Замечательно. Это, видимо, и есть те самые амулеты. В основном, между ее пальцев я вижу... Вот, держи, Кодзи. Амулеты, прижатые к вершине каждого соска. Я купил эти амулеты специально для тебя. Есть только одна загвоздка. Какая? А ты должен подойти и взять их? Ты нахальная лисица. Она опять играет со мной в игры. Но, учитывая то, что я могу схватить что-то другое, я не должен думать об этом. А кто-то думает вовсе не про удачу. Ты такой развратный, Кодзи. А ты говоришь так, зная, что никто, кроме святоши, не сможет этому противостоять. Так ты признаешь это? Что это? Ты только подожди. Я еще получу твои амулеты. А мои руки медленно и сознательно приближаются. Кажется, пока она следит за моими движениями, ее глаза засверкали еще больше. Затем внезапно я прыгаю, чтобы схватить. А? Что случилось? Мои руки хватают воздух. Ты должен быть быстрее. Поспеши и воспользуйся этой возможностью, прежде чем она пропадет. Моя рука бросается снова. С легкостью она уклоняется вправо. Ее грудь покачивается в такт ее движений, из стороны в сторону под ее руками. Затем она ловит мой взгляд. А ты уже забыл про свои амулеты? Ну уж нет, я тебя поймаю. Я попытался сделать это снова, но мои руки ловили только воздух и ничего другого. Снова и снова. Она просто невероятно быстро движется. А при этом она не перестает хихикать. Ах, с тобой так весело играть, Кодзи. Я уверена, что тебе повезет, а если ты продолжишь попытки? Я не уверен, что она хочет попасться мне и позволить схватить ее за грудь. Или она просто хочет повеселиться, разозлив меня. Так или иначе, она продолжает дразнить. А ты можешь лучше, Кодзи. Каждый раз она быстрее меня, но возможно я смогу ее перехитрить. Акина, осторожно, чайник! Что? Я... Пока Акина замешкалась, ее внимание ослабло, позволив мне сделать очередную попытку. Ах ты! Есть. Полдела сделано. Одной рукой накрыл переднюю часть ее груди. Ты перехитрил лису. Она продолжает смеяться, несмотря на то, что... стоит почти голая. А, ну у меня остался еще один. А ты сможешь взять его? После я преследовал ее часами. Но мне так и не удалось завладеть вторым. В конце концов я выдохся. Она замедлилась, и мы заговорили. Прежде чем я опомнился, небо потемнело. Как я мог проиграть? А, не расстраивайся. Когда-нибудь тебе еще раз выпадет такой шанс. А ты просто дразнила меня. Или же ты хотела, чтобы я схватил их? Я не скажу. У девушки должны быть свои секреты. Несмотря на разговор о секретах, она довольно откровенно флиртует со мной. Все же она очень милая. Давай назначим новое свидание, Кодзи.
А мне очень понравилось проводить время с тобой. А с чего бы это? Я точно не самый привлекательный парень. Не, на самом деле ты довольно веселый. А ты упустил свой шанс выиграть. Ты такой бессовестный. Совершенно бессовестный. А не буду врать, я действительно старался их коснуться. Я имею в виду не просто амулет. Это замечательно, что ты не очень застенчив. Я застенчив? А я не какой-то там неуклюжий тинейджер. Конечно. Хотя ты слишком самоуверен для того, кто не может завести друзей. Я не знаю, почему так. И я, наверное, просто необщительный. Мне очень нравится учиться и получать знания, но... Так, у меня, кажется, память заканчивается, потому что начинает подключивать. Раньше друзья появлялись сами собой, мы вместе росли, а теперь... Я не могу сказать, что контролирую это, а может, я просто недостаточно пытаюсь. А думаете, не стоит беспокоиться об этом? А ты должен сосредоточиться на том, а что перед тобой сейчас? Я поворачиваюсь к ней лицом. А что передо мной? Ты так думаешь? Да, я провожу много времени, размышляю о таких вещах. Уже поздно. Я не думала, что мы так долго будем играть. А ты так сильно хотел мое тело? Я не хотел, продуть. Конечно, победа означает коснуться ее. А хочешь, я провожу тебя домой? А ведь мне надо, вернуть должок. Я не против Акина. Блин, вот тут все девушки почему-то провожают его домой. Не он их, а они его. Конечно же, он находится возле ее дома, но это не говорит о том, что она должна его провожать. Это немножко неправильно. Мы оба встаем. Затем она идет рядом со мной. Ее рука держит мою, связывая нас вместе. Нет, люди смотрят, думая, что мы пара. Ее обычное веселое настроение исчезло, ушки поникли. Неужели это так плохо? Нет. Окей, а мне нравится быть рядом с тобой, Кодзи. Она прижимается ко мне, пока ее грудь не вдавливается мне в руку. А ты уверена, что тебе не просто нравится дразнить меня? А почему бы и нет, Кодзи? Ну, пока что все замечательно. Еще минут 5, чуть больше, и все. Это был замечательный день. Акина идет со мной ко мне на хату. А некоторые из моих соседей оглядываются, когда мы проходили мимо. А спасибо за проведенный день, Кодзи. Не беспокойся об этом. Было очень весело. А глоток горячего чая будет лучшим в холодную погоду. Я знаю, так ведь? А наслаждаться вкусным чаем с друзьями нет ничего лучше, чем это. Можно подумать, что ты нуждаешься в тепле. Да, а ты бы хотел меня согреть, Кодзи? Она начинает ослаблять свое кимоно, показывая дразнящий намек на декольте. Очень смешно, Лиса. Ой, какой ты скучный. Я знаю, что ты просто дразнишь меня. Хотя, если она была бы всерьез... Пуй, блин, что-то я начинаю это самое. А ты никогда не знаешь, когда я серьезно. Она просто оставляет свое кимоно открытым, а продолжает дразнить меня. Подумай только, ты не носишь бюстгальтер. Конечно, нет. Как я могу носить бюстгальтер в таком великолепном кимоно? Я просто подумал, что тебе он понадобится из-за... По некоторым причинам я не могу сказать это так откровенно. А понятных причин. А тебе не нравится большая грудь, Кодзи? Ее ушки сдвинулись в бок. Это не так. Я просто хочу сказать. Так все же тебе нравятся большие? Кажется, ее глаза засветились. Ушки воспрянули вверх. А ты правда знаешь, как заставить кого-то чувствовать себя виноватым? А ты сам чувствуешь себя виноватым? А просто откажись от чувства вины и не чувствуй его.
Это не так просто сделать. А, но Кодзи, это важный вопрос. Какие тебе больше нравятся, большие или маленькие? Большие, однозначно. Где вариант средние? Средние где? Почему их нет? Я знала, что ты именно тот человек, о котором мне понравится, Кодзи. Там была опечатка. У тебя отличный вкус. Я рад, что ты так думаешь. Опять заигрывает. Как можно так очевидно? А знаешь, ты еще не выбрал... А, ты еще не выиграл другой амулет. Кимоно на секунду открывается, и я вижу необычный амулет прямо над очевидным местом. А ты можешь забыть про это, лиса. Я знаю, что не смогу выиграть. Ой, ты не хочешь схватить его, Кодзи? А тебя же совсем не интересует, получу я амулет или нет. О нет, ты меня раскусил. Развратная лиса. А не такая развратная, как Кодзи. Она смотрит на мои часы на стене. Уже поздно. А мне лучше вернуться в храм. Она медленно подходит ко мне, ее светящиеся глаза смотрят на меня. Сегодня я получила большое удовольствие, Кодзи. А если бы ты снова мог прийти ко мне, это было бы здорово. Не волнуйся, я приду. Ладно, это будет свидание. Увидимся, Кодзи. Увидимся, Акино. Потом хитрая лиса выскальзывает в дверь и исчезает в мгновение ока. Какая милая лиса. А ты обещаешь ей очередное свидание. Зря. У нас будут варианты, и по-любому в конце нам придется выбирать. Вряд ли они будут все вместе. Собственно, все. На этом мы пока закончим читать. Всем спасибо, что были со мной. С вами был Бакс. Всего хорошего. Еще увидимся.